Всем привет, всем добрый день, меня зовут Роман Белоснежный, я стилист, и я расскажу вам про новую обновленную коллекцию Норхен, коллекцию аксессуаров, в которую входят ожерелье, подвески, серьги. Коллекция очень и очень актуальная. Конечно, Норхен и была эксклюзивной коллекцией аксессуаров, но сейчас она обновилась, и можно вполне сказать, что теперь это от кутюр. Да, такое новое понятие можно ввести, рассказав об этой коллекции. Она изумительна, потому что каждая деталь, каждое украшение – это все предмет ручной работы. И это не просто аксессуары. Аксессуары имеют настоящее золотое покрытие, серебряное, родевое покрытие. И все металлы, которые используются, ну, все металлы здесь, они гипоаллергенны. Конечно, каждый аксессуар украшен минералом. И один из трендов, вот уже несколько лет, это тренд на минералы в украшениях и на минералы в аксессуарах. Ну, например, тигровый глаз, гранат, здесь у нас белый топаз есть и еще много-много других минералов. И говоря о коллекции Норхен, прежде всего хочется сказать о потрясающей форме, о необычной форме, которая каждый раз все более и более актуальна в зависимости от сезона. В этой коллекции, ближе к осенне-зимнему сезону, мы видим вот такое ожерелье, которое дополнено серьгами. Форма желудя имеет, и именно сам желудь, сам, можно сказать, орешек, он как раз выполнен из тигрового глаза, из такого минерала, из натурального. И тут стоит посмотреть на детали, потому что здесь прорисовка этих деталей просто фантастическая, потому что не только сам аксессуар имеет прорисовку, но еще и на цепочке мы видим листья, которые будут очень изящно смотреться на вашей шее или же на вашем пуловере, на водолазке, на платье. Я не знаю, с чем вы именно это будете носить. Поэтому такая тема вдохновленная природой, она очень и очень актуальна, и стилисты часто ее используют. Здесь, в этом украшении, она имеет завершенную форму круга, как солнце, яркое горящее солнце. И опять же, в чем особенность данного украшения, в чем особенность всей коллекции? В том, что каждую деталь, каждое украшение, ожерелье, серьги, подвеска или кольцо, можно рассматривать отдельно, долго держать в руках. Это очень приятно рассматривать. И про каждое можно целый фильм снимать, рассказывать просто бесконечно. Так вот, возвращаясь к этой подвеске, то мы видим четкую форму круга, которая подходит практически всем формам лица, практически всем женщинам. И, конечно, она очень интересно выглядит за счет деталей, за счет того, что помимо граната, который используется в центре композиции, мы видим, опять же, детали природные из цветков, минералов, кристаллов и так далее. То есть очень важно именно обращать внимание на детали, и детали сейчас имеют огромное значение вообще в целом в мире моды и стиля. И далее, допустим, я сейчас хотел бы вам показать вот такое кольцо. В чем интересно, в чем плюс, в чем тренд этого кольца? В том, что это сложная форма. Оно как бы состоит из двух частей, тоже напоминающие листья, тоже с минералами. И когда форма сложная, и кольцо массивное, или серьги массивные, или сам аксессуар массивный, крупный, то это всегда становится таким трендом, это привлекает внимание. Как сейчас в мире моды тренд не только там на серьги, но и на моносерьгу. То есть можно поэкспериментировать, носить только одну серьгу, но крупную, носить кольцо или сочетать его с другими кольцами. Ну, хочется сказать, что в мире моды сейчас идет целый новый этап, поэтому даже мужские кольца, мужские браслеты актуальны, и аксессуарами пользуются и мужчины, и женщины. Аксессуары являются важным дополнением образа, который не стоит пропускать. И коллекция Норхен, на мой взгляд, это как раз та самая вишенка на торте, то есть такой финальное завершение вашего образа, и у каждого это завершение свое. То есть тут легко подобрать, в принципе, потому что считается, что разным людям подходят разные минералы, плюс вы обращаете внимание на разные минералы и на разные цвета и оттенки. Вот, на мой взгляд, что самое актуальное, это именно найти себя, найти форму, которая вам нравится, найти минерал, который нравится. Вы можете быть уверены, что в коллекции Норхен это ручная огранка минералов, что это все ручная работа, и это все высокое качество. В каждом аксессуаре душа ювелиров, которые выполняли эту коллекцию. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Роман Белоснежный, и до новых встреч!